Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас не скучно. Места четкие. Одно из моих любимых оффроудных мест. Все, кто не смотрел, можно забить не скучно, а посмотреть очень много. Есть фильмов отсюда, роликов, чего угодно. В общем, ох, красота какая. Вода, наверное, высокая. Ё-моё! Едем, 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 объезжаем. О, так я правильно приехал. Привет, с днем рождения. Так, вижу Макса. Вижу патрол красивый с 3УЗ. Короче, все на подходе. Вот какая интересная машина, красивая. Андрюха, встречка, осторожно! Ёлки, сломает, чувствую, машину новую. О, включилось. Оффроуд начинается. Несерьезно. Внедорожники, слышишь, тут такая конструкция. Вообще, что не вылетишь. Ого, тут воды сейчас. Слышишь, блин? Не спеши потихоньку, тут можно застрять. Ёлки же, где? Куда смотреть? Вот и Нива. Ох, Нива. 3 литра. V6. Ты тут можешь застрять. Ты знаешь? Поехали. Где застрять? Вот тут можешь застрять. Да. С полы влекут. Вот этот монстр. Правее, правее бери. Ну почти, почти. А там котсом, ты? Котсом. Там застрянешь, там плохая дорога. Сейчас колобоки наестся и набьется. Да, да, да. Остановит. Да, машина раза в 3 легче, чем у белого волка, да, наверное? А трансмиссия и мотор такие же. Согласованные действия, молодцы. Павло очканет, глянь, всех посадил. Заезжал ты, помолился с утра возле того места, где прошлый раз крестик мы твой вырезали? Вот что копает. Нормально валит. Не вышел туда же? Да. Правее надо было. О, колобок вообще едет там, где даже эти. Там, где у немок не может проехать. Там, где у немок не ездит. Смотри, ля, как с этого самого сорвался. С цепи. Да. Вот это аппарат. Даже черные номера еще харьковские. YouTube-канал? Да, да. Ууа, хорош! Хорош, все. Давай. Ого. Так, подожди. Мы прямо, да? На остров. Не выскочим мы здесь. Выскочим. Ну давай, подожди, ремни пристегни штурману, чтобы не ударился. Да, Ань, держись. Аня, пристегивайтесь вот ремнями. Блин, этот еще опаснее Вити, блин. Сейчас. Не, мы поедем по-другому сейчас. Павло, ты понял, как идет уверенно? Если он сейчас неправильно поедет, он застрянет. Наверное. Ну, он дорогу знает, хотя там Нива проехала. Да, да, проедет. Только смотри, вот там, где он едет, нам это точно так же надо, только правее все сделать, понял? Вот возле того зеленого острова. Да проедем, давай. Сказали, лучше не ехать, да. Да не, поехали, тут дорога хорошая, там Нива стоковая поехала. Все, коксу, коксу, пошли. Ёханый бабай! Раньше надо было, пока мы на твердом были. Давай, 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 идем, идем, левее, 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 левее. Пошел, 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 газу, 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 и за островом направо. Давай, 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 давай. Стой, не газуй, сильно газуешь, чуть-чуть назад. Плавненько, сильно газуешь очень. А не, не, направо, пошли направо, 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 право, право, право. Еще право, еще право. Красавчик, еще право, право, право. Красава. Ты шо вообще?
Ты понял? Ты, ты опроверг теорию бородача. Ты понял, что ты опроверг? Все. Все, в газпол и выйдешь сейчас. Давай, рулем, рулем, рулем. Все, видишь? Павло, ёханый бабай. Ох, жестко. Не, ну тут дно есть. Там очень глубоко, я там катался. Вояки рулят, конечно. Красавчик. Ровно руль поставь, ровно руль. Газу, газу, газу! Видишь, если б коксу было, больше бы газу и пролетел бы. Веса лишнего нету, все алюминиево, отрезано лишнее. Так, отец Павло везет всю банду. Именинник наверху. Сейчас поедет. Да. Ну, Павло дрифтанул. Ну, нормально валит. А в рангер-то по жесткому, по харду пошел. Два аппарата. Ого. Ого. Не, ну серьезно. Это не Рубикон. Вы... Егор, вы, выскакивай на берег, назад полностью. А, уже все. А Павло поехал. Блин, а ну давай, Павла, Павла, ты ему сейчас сесть должен. А ну давай, давай, подъедь, покажи его. Сиди, да? Павло. Да, все, Павло приехал. Ой, как весело сейчас будет. Не-не-не, третья будет тяжело, наверное. Давай вторую. Да, вторую, отлично. Держимся. Газу. Держимся. Да-да-да. Красавчик. Все, все, все. Попробуй чуть назад. Поедет. О, едет. Хорошо. Видишь, за счет вояк? Ого, тут, блин, не допрыгнем, да? Допрыгнем, давай. Паша, не капай. Не копай, не копай, не надо. Ты уже, блин, утонул нафиг. Блин, тут жесть, конечно. Андрюха, туда перейдите с Владом. Идет, идет, идет. Буквально метр еще хотя бы. Так, эвакуация зайчиков. Блин, ты что, как он лезет, слышишь? Он гимнастом был в прошлой жизни. Так, Павло продолжает неравный бой, а ну, пацаны. О, Павло, Паша, рукой! Да, пошел по чуть-чуть вверх. Две лебедки, одна через блок. Блин, это жесть просто, конечно. Давай, Павло, давай!
Представь, что ты на елке опаздываешь к детям, елки, быстрее. Назад ерунда, главное вперед. Вот проблема, да, из-за кого? Пусть пешком дальше. Все. Все. Первый раз, ребята. Ну, рубятся красавчики, чуть опыта не хватает, но все равно машина огонь. Блин, это сила, конечно. Продолжает движение к Гольфброду. Опять мы в этом болиде серьезном. Павло задумчивый, думает, что будет дальше сейчас. В принципе, маршрут известный, но не знаю, куда мы сейчас проедем, конечно. Блин, знает дорогу. Знает четко дорогу. Седьмой Трипадор. Маршрут нормальный тут пробили. Красавчик Павло. Красиво идет, очень уверенно, очень уверенно. 50-го года оказалась машинка. Все, внутри болида, летим. Быстрее они хотят оторваться от нас, мне кажется. Ты будешь посвящаться в джиперы? Тогда надо ближе подъезжать. Так, а вот и Гольфброд. Это красота, это сказка. Отец Павло пока стоит. Ну, вода высокая сейчас. Вода высокая. Думаю, глубина в районе 1,80 м, наверное. И, может, и выше. Ну, это вот в этом месте. А здесь не так глубоко. Красиво. Глянь, очкует, видишь, как страшно. Там съезд, нет, там съезд на самом деле, там накопано колесами, понял? И он такой крутоватый, да. Там еще как-то руль влево. Ну, очкует. Нет, там траекторию, там если правее поехать, там глубоко. Вот он как ходил, видели? Как он ходил, вот так надо и... Так надо и ехать, потому что там чуть в сторону, и там сразу на, метр, на, пол, ну, на полметра минимум глубее, глубже. Все, застрял, не. Все, диагоналочка. Что-то типа того. Кива тебя понял, едет. Диагоналка, задней блокировки нет, похоже. Капитан покинул корабль и стоит, держится за голову. Да. Как ты так поехал неправильно? Думает, куда меня понесло? О, видишь, куда заехал? Колесо. Тихо. ГАЗ-67, друзья, на чем мы путешествуем? О, что такое? А, МВД СССР, ну это понятно. А где год выпуска? 50-й. Вот так вот. Это крутяк. Да не, Павло сзади, прямо. Береги машину, дорогая.